Вот уже 41-й год вальцовщик 6-го разряда Владимир Савельев запускает на Дмитровском заводе алюминиевые комбинированные ленты эту огромную машину, прокатный стан. Его называют сердцем предприятия. Он предназначен для вальцовки алюминиевой ленты до нужной толщины. Сегодня склад завода забит готовой продукцией под завязку. Раскатанный на стане алюминий идет на изготовление потолочной ленты, дистанционных рамок для стеклопакетов, банок, крышек, винтовых колпачков. Прокатный стан советского производства, на котором работает Владимир Савельев, был запущен в эксплуатацию в апреле 1989 года. Он настолько надежный, что до сих пор исправно служит заводу. Ну, это стан «Нитмитмаш». Ну, это машиностроительный завод в Краматорске находится. А так стан называется 1350. И этот стан восстановили в 1989 году, в апреле месяце. Ну, здесь был еще один стан, но из-за некоторых нюансов его, конечно, сломали. И вот пришлось работать на этом стане. Смена на прокатном стане длится 12 часов. За это время Владимир Савельев со своим помощником успевают раскатать до 50 тонн алюминиевой ленты. А это 10 пятитонных бобин. Алюминий поставляют дочерние предприятия «Русала». Иногда для производства более тонкой ленты приходится прогонять ее через валки стана два раза. Владимир Савельев с гордостью вспоминает советские времена, когда завод работал на полную мощность. За безупречную работу руководство предприятия выделило Савельеву квартиру в Дмитрове. Я постепенно здесь обучался на заводе. Первым учителем здесь на заводе был это Яковлев Алексей Яковлевич. Рассказал обо всех тонкостях, да? Да, и вот я учился у него. Ну, в общем, короче говоря, я здесь от завода получил квартиру, получил детский садик. В общем, завод строил жилье, выдавали жилье. И так что я от завода получил все, что он мне мог дать, и я ему отдаю тоже до сих пор. Владимир Савельев с удовольствием передает богатый опыт молодежи. Всего 3 месяца понадобилось ему, чтобы подготовить 20-летнего Андрея Гольдберга и сделать из него высококлассного вальцовщика. Сегодня его ученик работает сменным мастером. Готовится стать вальцовщиком еще один ученик – Илья Белов. Работа на заводе привлекает молодежь белой зарплатой и полным социальным пакетом. Им есть на кого равняться. Фотография вальцовщика 6-го разряда Владимира Савельева уже многие годы висит на заводской доске почета.